Добрый день, меня зовут Сава Николай, я технический менеджер компании Enzo Zadan. Сегодня я расскажу вам за наш ранний гибридный арбуз Marista. Основными преимуществами его является, конечно же, его раннеспелость. Вегетационный период которого 60-65 дней, что позволяет ему успешно выращиваться под термосом. Он имеет хороший размер, от 8 до 12 кг. Мощное растение с хорошо развитым листовым аппаратом, которое формирует два плода на одном кусту. В середине он имеет насыщенно ярко-красную мякоть с сочной хрустящей структурой, что отлично подходит для открытия раннего сезона арбуза. Якщо подобаються наші відео, ставте лайки та підпишіться на канал.